хотелось бы поздравить коллектив, редакцию. Редакция весьма солидная, с тем, чтобы выдержали 10 лет издания. И за эти 10 лет на страницах «Бульвара» появилось очень много интересных материалов, которые говорят о том, что кроме популярной информации, есть очень серьезная, глубокая аналитическая полоса, которая позволяет нам и нашим читателям поглубже узнать те процессы, герои которых освещали ту или иную проблему. Я думаю, что это далеко не последнее издание, потому что у Дмитрия достаточно хорошая перспектива в плане развития его идеи. И учитывая то, что он уже собрал большую коллекцию портретов интересных людей Украины, я хотел бы его поздравить с тем, что к нему люди ходят и с удовольствием открываются. Он очень хороший собеседник, и это самое главное, что в нем есть сегодня.